Ну, доброго времени суток, дорогие детишки. Как можно невозбранно заметить, я таки не выдержал и дал денег компании Метелица. И для того, чтобы попасть в бету сраных Heroes of the Storm, с которых мне ключ никак не давали и не давали, поэтому пришлось превозмогать. И вот 2 дня я уже превозмогаю. По итогам 2 дней могу сказать следующее. Это, конечно, не Dota и даже не LoL. В том плане, что оно, ну, гораздо более казуальное, чем я про него думал. То есть, что, в общем-то, с одной стороны, неплохо, наверное, для кого-то, да? То есть, ну, не, ну, лично для меня, наверное, все-таки LoL будет поактуальней. Dota слишком хардкорная. А вот LoL как раз, это слишком казуально, а LoL как раз посредине, ну, League of Legends в этом смысле находится. Хотя, несмотря на то, что он мне нравится больше, я все равно играть в него не хочу, потому что мне лень. И плюс там дно сплошное. Как, впрочем, и здесь. У меня такое стойкое подозрение, что все дно, которое, блин, короче, сосало, блин, просто за обе щеки в Дотане, блин, и в Лоле, все вот это дно перебралось сюда, блин, потому что нихера никто не понимает, что надо делать, вот, и что вообще происходит. Все пытаются зачем-то соло, блин, доту играть, хотя нахуй хера она нужна, неизвестно, блин. Тут самые первые минуты фактически происходит суровая, блин, блинная табор дота, блин, 5 на 5 постоянно в одной точке, вот, и именно так и должно все происходить, блин. Тугие, короче, просто пацаны нихера не могут опознать хиллера во вражеской команде, блядь, и начать его фокусить нормально, блин. Все пытаются ковырять каких-то сраных танков, у которых 1 200 000 здоровья у каждого, блин, и там всего остального, 1000 брони, блин, блоки всякие и прочая херня, блин. Вот. А хиллер в это время сзади стоит и всех нахиливает, блин, яростно, вот так вот. Точно так же, как он дрочит, так же он и нахиливает, блин. Вот. Короче, блин, чтобы заставить нашу команду ушатать сраного хиллера, блин, и потом уже разбирать, блин, по кирпичику этих мудацких танков, это, блин, вообще надо, я не знаю, такую гору кирпичей, во-первых, блин, произвести, а во-вторых, блин, порвать пару пуканов, блин, пока до них дойдет, блин. И уже просто такое адовое жжение иногда происходит, что, блин, невозможно терпеть. Кроме всего прочего, следует заметить немедленно, что героев следует быть больше раза в 4, чем сейчас их есть. Ну, понятно, что со временем их добавят, но те, что есть прямо сейчас, мало, хочу больше, еще больше. Но, с другой стороны, какие-то такие бешеные цены в голде на то, чтобы открыть этих сираних героев, блин. Ну, там 2-4 тысячи еще ладно. Но 10 тонн копить, это ж можно просто застрелиться. Конечно, скидки там регулярно происходят. Хотя, почему Керриган, например, стоит 7 тонн, я понятия не имею. Она стоила 10, ну, изначально. Че это за 50%? 14 она точно не стоила. Таких героев по 14, по-моему, вообще ни одного нету, блин. Все 10, блин. Че это за кидон 50%, если это ни хера не 50%, хер его знает. Вот. Но при том, что... к чему это все? При том, что цены 10 тонн, блин, да? А за один бой вы зарабатываете 20 голды, если влили, и 30 голды, если выиграли, блин. Это как так-то? Ну ладно, можно и башить стимуляторы, конечно, по 3, по 4 евро за штуку, блин. И сколько они работают? Понятия не имею. На 7 дней. А, 7 дней, ёпта. Чё-то я вообще. Ну ладно, 7, короче, на 150% это 30 на 60... 75 голды будешь получать за бой выигранный. То есть, чтобы набрать 10 тонн, нужно 150 боев? Если 100 тысяч... Нет, больше. 1000, блядь, 1000 боев, полторы тонны, 1500 боев нужно, чтобы одного героя, если я правильно считаю. Я дебил, короче, дайте мне калькулятор. Слышь, калькулятор, мистер Калькуляо, подскажи мне, что вообще за херня происходит? Что от меня хотят? Так, значит, 10 тонн делим на 75. А, ну да, я что-то, какие нахер 1500, 133,333333. Игр надо выиграть, чтобы одного героя под стимулятором открыть. Короче, это можно упороться, я вам так замечу. Правда, учитывая продолжительность игры среднюю в 12-15 минут, то может оно и не так уж и плохо. Ну, в общем, такая фигня. В общем, будем посмотреть. Пока что, как бы, чисто убить туда время можно, но не за деньги, не надо давать им денег. Подождите, когда всем начнут ключи раздавать на манер... сеятеля того самого с облигациями, да, то есть как бы
Просто мне очень хотелось, поэтому вот пришлось. И, в общем, ждите. Ждите, буду, прячьте все. А, ну и потом, когда игра выйдет, тоже денег не давайте. Жирно будет слишком. Может, лучше под скидоны там, вот, ждать скидоны и покупать этих героев. А про всякий транспорт, это говно вообще никому не нужно. Эти облики, нахер это надо? Причем облики почему-то с голду купить нельзя. С какого-то перепугу, блин. Нет, некоторые облики, конечно, есть вполне кошерные. Приветствую, незнакомец. Но не вполне понятно, какого хера. Сколько? 15 евро? Да вы говна поели, блин. Это как вообще так-то? 10 евро, блин. Приветствую. Почему за голду-то нельзя купить облики? Как так-то? Ну ладно, в Лоле тоже нельзя было скины купить, короче, за... Снова на связи. За... Какой ужас. За эту... За ИС. Что там было? Короче, поинты, которые можно было в бою заработать. Вот. А тут, ну, короче, вот такая вот херня. В общем, оставляю вас с игрой и... Ну нахер, что-то я сейчас опять на час, блин, никому не нужно в этот... Короче, казуально все как писец. Ну, мне пока, в принципе, нравится. Если бы еще не было такого количества адового дна, просто следующая остановка. Днище ебаная! Это невозможно, блин. Реально невозможно. Вот так вот, блин. Такие тупые дебилы здесь собрались. Но это ладно, со временем, надеюсь, улучшится. Ну и плюс, не вполне понятно, что дают вот эти уровни. Матчмейкинг как происходит, я не знаю. По уровню героя, по уровню моему, по уровню какому. Что вообще происходит, хер его знает. Будем посмотреть, в общем. Да, на сегодня все. Ну, там дальше что-то будет, где-то минут на 20 видео, да? Ну, это дело такое. Шарьте, лайкайте видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книге «До жалобы предложения». А на всех ссылках комментов внизу, подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане. Отлично, полная команда блиновых танков. Этим путем. Просто херва куча танков, убивать вообще некому, блин. Просто кроме меня никто дамаг не делает. Бля, охереть, блин. Жапецкий вообще, блядь. А у них что? У них два дамагера, один сраный лекарь. Блин, если опять никто не будет фокусить лекаря, то я, блядь, я не знаю, что я сделаю, блин. Я буду просто рвать, метать, уничтожать, блин. Уже ни в какие ворота, блин, не лезет. Бледных не брать. Настолько, блин, они не любят трогать лекаря, блин. Да, давай там рдоту устроим, блин. Ну сюда. Хотя бы мы это сделаем. Если они прибегут там вдвоем из серии, там зашибись тема вообще. Зератул, вы что, не видите его? Блять, он здесь. Или кто там? Зри в огне и ненависть, сука, блядь. Блять, кто же дохера? Зератула, фокусить, фокусить Зератула, блядь. На, бля, по щам. И теперь по щам, блядь. Всем по щам, иди сюда, блядь, сука. Спать, блин. Всем умереть в огне моей ненависти. Блядь. Да, отлично, парень, блядь. Просто Зератул, бог, блядь. Нахер, блядь. Ха, получил, сучка, блядь. Что там происходит? А, Диабло побежал. Слышь, как тебя там? Не до ангел. Как тебя там? Блять, забыл. Тираэль, епта. Слышь. А чё они все тусуются? Я не знаю даже. О, Диабло. Диабло, красавчик. Красавчик. А я пойду вниз соберу, блин. Хелп! Бен, это Данила, а не... Окей. Очевидно, мне не нужен хелп. Диабло, давай собирай, сука, все собирай. Ты жирный, как моя жизнь, блядь. Все собирай, давай, 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 давай. И мочить, крушить, ломать, все просто уничтожать. Пока они там тупят, блин, сверху, как дебилы. Так им и надо. Давай, 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 давай. Ты успел? Успел. Убить эту жирную скотину, блин. Умри, блин! Факт мана, как всегда, нет. Да что ж ты будешь делать? Ну, да куда ж ты? Ну почему от меня? Зачем ты от меня? Ко мне надо. А, ну раз мы здесь, давайте попушим, что ли, чё. Он все еще за ним бежит. Вот, короче, упоротый. Пошли нахер все. Рейнеру по щам, конечно. А, чё, выхватил, сука? У него это, правда, читерная билка с отличием. Фак.
Я не знал, что выиграть. Так, все кончилось. Шикарная композиция, блин. Тогда надо валить отсюда. Нахер восстанавливать ману. Кипринит в фине. Пока Зератул какой-нибудь не прибежал, блин, не устроил мне анальную кару, блин. Он может попытаться, но у него ни хера не получится, естественно. Крушить, ломать. Так, они там этих самых валят. Окей, меня устраивает. Пойду-ка я... Наверху много людей. Хочу ли я идти наверх? Там аж три урода, блин. Так, вот этот мелкий камп я завалю, пока они там тупят. Зератул, не ходи сюда. Все снег ясно. Башка попадет и все такое. Так. Быстрее. Я знаю, что ты здесь. Пошел, нахер. Ну, одну собрал. Окей. Как пожелаешь. Диабло, блядь, тебе тут вообще ничего не светит. Пошел в жопетку. Да, конечно. Клоун, блядь. Получил, блядь, фашист, такой гранату. Эх, еще бы пару левелов, вообще шоколад был бы. Шоколад не виноват. Ульту бы я бы дьяволу принял вообще. Просто принял, блин. Потому что он дно, блин. Точнее, у них лекарь дно, блин. Малфурион вообще ни черта не годится. Че вы делаете, блин? Давайте, Паша. Души ломай, блин. Ну, форт почти не живой. Вообще меня забавляет, что в этой игре, короче, ну, способности действуют на здание. Вот, забавно. Так, сейчас скоро, наверное, судуку... В какой момент судуки появятся? Как хер вы знаете? Пойди спроси, блядь. У кого-нибудь монетки есть? Здорово, Диабло. А, не попал. Да пошел нахер. Висящий. Прекрасный удар. Иду к цели. О, Диабло, ты не смог. Не сможешь. Блин, сука, Зератул. Тупое дно, блин. Только умеет, блин, что еле живых. Почему, блядь, наш... Почему мы по одному сейчас? Тут уже полная тотальная табор дота началась, блядь. Они по одному, блин, шароебятся. Нахера? Они типа, блин, вокруг сундука тусовались, окей. Надо сейчас сундук защищать, всех убивать, крушить, ломать. Диабло, дождись меня, я все прощу. Блять. Сюда иди, блин. Меня убежал один такой, блин. Сука. Пошел нахер, Реймер, тебе вообще не светит, блин. Да. Ты, блядь, что-нибудь полезное сделает, нет? Что, понравилась, тварь? А, вот и чужая Диабло прибежала. И вообще их много, что-то здесь. У меня мана, как всегда, опять кончилась. Да. Сейчас. Ты просто, блин, сейчас Зератул опять прибежит. Я, блин, жопой чую. Это не Зератул. Это не Джим Бим. Охота продолжается. Странно, что мы... Куда мы столько монет набрали? Вот бы узнать. А где Зератул все это время? Он что, вышел, что ли? Хер его знает. Наш ангел, блин, какой-то херней занимается наверху, блядь. Что он делает, я не знаю. Блядь, не успели. Сука. Да, ты почти попал. Почему? А вот и Зератул. Блять, какого хера я не иду вперед, блядь? Я нажимал идти вперед. Дайте мне сраный. Ту наконец-то уже, блядь. Да, отлично, давай его оттолкнем, конечно же, от моей ульты, блядь. Отсоси, мудила. Отпусти меня, чудо-трава, блин. Да, Тирайль вышел, отлично.
Мой шар. Похоже, герою захотелось повоевать еще! Что ж ты будешь делать? Вечно мамит и нет. Герой дезертировал! Что он делает вообще? Не знаю. Какая-то херня вокруг происходит, блядь. Чем этот вот мудак занимался все это время, блядь? Почему мы втроем, блядь? Они в пятером постоянно, а мы втроем. Что это за бред вообще? И по одному, блин, короче, выносят. Всех. Блядь, ну что за дно, блин? Да, да, у него это читерское говно. Блин, сука, блин. Где этот мудила за роту, блин? Жаль. Я только вышла в оттуда. Сука, как всегда, блин. Всегда такая херня происходит. Ну хоть лекаря, блин, прикончили, отлично вообще. Красавцы, блин. А сейчас ты сдохнешь, блин. Уродин, ты знаешь об этом? Да, ты почти попал. Но ебаная. Так, ну что мы вообще здесь делаем так-то вообще? По уму, блин. Если подумать, надо бы босса бы активировать. Самое это время. У нас монеты вообще есть хоть у кого-нибудь? Знаете что? Сокровище каждому! Но в основном мне! Иду. Пошел в жопу, Джим. Тебя тут вообще не стояло. Исцели себя, миньон! Да-да-да-да-да. Гениально. Просто гениально. А вот тут ты и наши пришли. Вот. Здорово, Джим, ты че так там делаешь? Чмо. А, не достал, не достал. Ай-яй-яй. Алло-ло, алло-ло. Лалка сдох. Блин, почему они опять активировали этого мудилу? Блин, мы теперь с монетками будем бегать. Как пожелаешь. Так, нам нужно что-то, что-то где-то, блин. Что-то где-то как-то. Чего вы там делаете, блин, вообще все? Давайте ебашите наемников, блин, что такое? Слышь, это уже не к черту, блин. Нам нужны какие-то адвентаджи. Вообще босса бы замочить было бы не плохо. Гоу босса, пацаны, блин. Надо отвлечь их как-то внимание. Ёпта, давай, гоу босса! Мы должны захватить этот лагерь наемников. Блять, нет, зачем, конечно. Слышь, Зератул, ты сейчас, блин, ясно. Короче, блядь, по щам выхватишь. Да, убежал один такой, блядь. Вот урон. На, сука, блядь! Тупой мудак, блядь, охвати, блин, по рылу, блядь. Баньков, блин, они сдали как раз, блин. Джим, блядь! Джим, сука, сюда иди, блядь. Я сказал, сюда иди, блядь. О, да. О, кто-то выхватил, блядь. Шары, блядь. Иду я, иду, блин. Не надо паники. Чё, блядь, мне хотите? Я не могу везде успевать. Тема это в жилу. Так, мужик. И давай-ка я хочу сдать нахер эти дублоны, кедрини, фени. Блин, защищайте меня со всех сторон. Жирные туши, давайте. Наши. Ваши жирные жопы, блин, нужны мне. Гоу, босса, чё тупите, блин? Сейчас Диабло примем, блин, и нормуль.
Ну и теперь босса. Йоу-йоу-йоу-йоу. Тащи, блин. Мы должны захватить этот лагерь. Воу-воу-воу-воу, блядь. Ну, кончайте херней страдать. А, они, блин, пушат вниз. Как раз можно босса взять, блин, и шатать. Пока не поздно. Потом резко вернуться или не возвращаться даже. Опа-па! Назад, блин, защищать всю эту херню, блин. Пускай босс там, блядь, занимается делами. А мы пойдем, блин, тащить и убивать, блин, крушить, ломать. Всех этих мудаков, блин, просто. Опа! Кептина по всей морде, сучка крашеная. Да чё вы танка-то фокусите, блядь, зачем? Вы не пробовали фокусить хилера, например? Опа, выхват! Нахер пошли. Блин, слышишь? Теперь он отвалит мне нахер. Ой, дураки. Блять, ну конечно, да, вот если бы этот дебил какой-то херней вверху не страдал, все было бы нормально. Вот нахера он там нужен? Он босс бы сам справился, блин. Мы бы снесли этих мудаков четверых всех. Никто из них не выжил бы, если бы там был этот мудила, блин. Тираэль, блядь. Так какая-то херня получилась, блин. Босс никуда, блин, сломал одну башню сраную и все, блин. Или что он там сломал? Ну, не важно, что он сломал, на самом деле, блин. Даже если он там пару башен сломал. Как бы пофиг. И еще я сдох, блин, и не могу теперь сундуки, блин, тащить. Да, этот Азмодан такой чмошный чар вообще, короче. Похоже, герой дезертировал. Похоже, герою захотелось помочь еще. Блин, гениально. Я пока-то туда доеду, блин, Азмодан, держись, блядь. Да, блин. Я уже здесь. Я уже здесь, но уже поздно, блядь. Ну, дебилы, потому что с них взять? Что тут происходит? Блядь, что он делает? Этот мудила вообще никогда не бывает, блин, в бою, блядь. Он просто, блин, как херней страдает каждый раз, блядь. Он просто соло доту играет, блядь. Почему бы и нет, действительно? Что там происходит, блядь? Все ясно. Умри, сука, блядская. А ты, блядь, куда побежал? Да, конечно, тут и хиллер прибежал, блядь. Без темы вообще, блядь. Пошел нахер. Ты что, серьезно думаешь, что ты сможешь мне что-то сделать? Блядь, Диабло, ты дебил или что, блядь? Давай, ворвался, быстро. Быстро и решительно, блядь. Баран, блядь. Что тут внизу, блядь? Ну давай, да. Ты соло сдохнешь, как дебил, вообще ничего не сделав, блядь, и потом нам нихера не поможешь. Отлично, мы вчетвером играем, блядь. Сдохни, хватит, блядь. Совсем охерел уже, блядь. Думает, что сраный ассасин, блядь. Хер ты с бугра, а не ассасин, блядь. Пошел в жопу, блядь. Сука, умри, блядь. Почему они опять активировали эту парашу, блядь? Ты не можешь объяснить, блядь? Я не знаю. Как пожелаешь. Ептить. У нас у кого-нибудь монеты вообще есть? Сколько у нас? Что у нас по монетам, блядь? Они нам просто ломают херню за херней, блядь. Мы ни хера не делаем эту херню, занимаемся, блядь. И никто не фокусит. Зачем вы Диабло фокусите, блядь? Фокусите сраного киллера. Блядь, в какое говно я там вступил, блядь? Вот этого мудака, блин, надо убивать, а потом уже всех остальных. Да. Уже
неужели? Баньку. Че, ни у кого монет нет? Серьезно? У меня 4 штуки и все, блядь? Две, ну да. А это, ну это понятно, этот сдох. Ты ж идиот. Нам нужны монеты, хера. Хотя мы, смотрю, центр им снесли когда-то. Когда мы успели снести им центр, хер его знает. Очевидно, потому что его никто не дефал, все были заняты. Я не знаю еще, какая может быть причина, блядь. И все свалили, да. Отличная идея, блядь. А у меня до ульты еще такая херва куча времени. Я иду. Ты ж, Диабло, ты сейчас выхватишь. О, Диабло сдохло. Просто блеск почти. А что ты в жопу, блядь, мудила? Опа. А Риксар, Ригар, как его там, блядь, все правильно сделал. Четко отхилил вообще. Как бог. Молодца. Так, Азератул-то свалил или что? Что с ним там произошло-то? Или он сдох, судя по монетке? Не вижу, кто там? Азератул сдох. Зашибись, так тут надо пушить, ёпта. Это же надо пушить. А чё я бегу пешком, я не знаю. Умрите, нахер. Все умрите, блядь. Я один останусь, а вы всем сдохнете. И двое наших, опять же, первое, чем занимается. Мы тут пушим изо всех сил, блядь. Сдохни, тварь! Лошара, блядь. Опа, была крепости, нету. Пошел ты в жопу, дьявол. Тебе ничего, блядь, не светит, если бы я еще, блин. А я с другой же стороны, парнёк. Меня там уже нету. Нету меня там уже. Хер тебе, сука. А ну стоять. Стопы, тварь! Блядь, ну ладно, хер с тобой, золотой рыбят. Отстань от меня, башня, блин. Пошла нахер. Кто-нибудь снесет эту сраную башню? А, у нее патроны кончились. Сейчас Зератул прибежит и будет меня, блин, короче, до моей жопы домогаться, блин. Пойду-ка я отсюда. Опа. Скажем, дружина, нахер нужна? А вот он, сука, Зератул, блин. Сейчас мы ему, блядь, по чем-то не даем, блядь. Я иду, блин, Диабло, держись, блин, держись, сука. 14 монет ядрить, колотить, вот это писец. А вот и Зератул, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Сука, куда? Ну, блядь, да хватит его отталкивать от меня, мудила. Господи, ну ты дебил, блин. Да сдавай, давай, блядь. Бля, ну ты дурак, блядь. Куда ты, Диабло? Тут никого нет, они все базу охраняют. На карту смотри, блин, баклан. Ядрить писец, блин. Ну что ж такие дауны-то вообще? А теперь вали отсюда нахер с своими 9 монетами, блядь. Нахер ты тут не нужен никому больше. Сейчас зададим врагам шару. Писец, нища, блин. Так же можно вообще, не знаю. Инфаркт имени товарища, блядь, миокарда. Сука, умри! Ну ладно, не умри. Что-то вас там дохера. Похера, все равно выиграли, блядь. Сосите писю, блядь, дебилы, блядь. Вот пока не скажешь этим баранам, что делать, блядь, вообще никто ни хера делать не будет, блядь. Потому что ума-то нету, мы все равно 4, блин, в 5 играли все время, блядь. Только в конце, блин, Ригар, блин, как-то неожиданно оказался, блин, промеж тимфайта, блядь, и почему-то два раза меня отхилил, блин. Слава яйцам, блядь, хоть что-то полезное сделал. Хотя бы понимает, кого лечить надо, блин. Не всяких тупых танков бесполезных, блин, а кошерного, блядь, дамаг-дилера, блин, что по щам, блин. Ничего за 9 уровень не дали? О, ну ладно, похер. Такая вот херня. А такая херня, малята.